руках у каждого ребенка белый голубь. Дети смастерили этих птиц сами накануне торжественной линейки. В лагере отдыха «Заря» почтили память детей, жертв событий на Донбассе. Война и дети. Как это страшно и как несправедливо. Дети и войны несовместимы. Подростки рассказали о мемориалах, установленных в Донецке в память о детях, жертвах событий на Донбассе. Таких, как памятник Аллея Ангелов и комплекс «Детям Донбасса». К сожалению, даже в 21 веке мы говорим о том, что дети должны жить и не должны погибать. Это, конечно, очень страшно. Это большое горе для всех, для нас. И, конечно же, мы должны об этом и говорить, и доносить до подрастающего поколения, потому что совсем скоро и наш хрупкий мир будет в их руках. И очень важно, чтобы они это помнили, ценили, берегли. После завершения торжественной части была объявлена минута молчания. Каждая смена в «Заре» тематическая. Это называется «Волонтеры культуры». Организатор смены – Самарский центр эстетического воспитания детей и молодежи. Многие ребята стали его воспитанниками еще в 5-7-летнем возрасте. Став подростками, сами проводят с младшими детьми тренинги, конкурсы, патриотические акции. Мы помогаем этому миру при помощи средств культуры. А средства культуры – это поэзия, песни, танцы, театр. Завершилась торжественная линейка на позитивной ноте. После окончания смены каждый ребенок и подросток увезет домой белых голубей. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.